Приехала фура, ребята. Приехал корм. Сейчас будем открывать ворота. Это черт знает что. Корм разносить сегодня уже нельзя. У нас нет освещения. У нас нет электричества. Так что корм разносить будем рано утром, как только расцветет. Ha ha ha!
забрать, там, оставьте на выходе, положите. Я сейчас их повезу в Серпухов. А, вы сами повезли? Да, да. Сейчас повезу в Серпухов, еще корм и их. Да, 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 свежих, я поняла, да. Да, 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 да. Нас ребята взяли? Надо? Не надо. Ну так я не беру. Я думала вас... Ну-ка, Серега, сейчас. Сейчас поставим катетер. Девочки, катетеры ставим, где успеваем. Привозим на тележках собак, ставим катетеры. Я пока размещаю в 18-й бетовке. Катетер поставила, сейчас будем капать сразу. И сразу подключаем к капельницам. Ложи, маленький, ложись. Ложись, ложись, ложись. Лежи, солнышко, не стреляй. Лежи. Продолжаем подвозить, продолжаем капать. Сейчас. Так, да. Подождете, ладно? Тише. Тише. Да, солнышко. Да, что там? Так, покажите мне. Так, девочки, в холку. В холку, мои хорошие. Так, ребят, капаем, где можем. Капаем, здесь положили. У всех отказали лапы. Вот у этих девочек, у мальчиков, у всех отказали лапы. Поэтому лежат вот так. Так, все, катетер поставила. Сейчас будем капать, сейчас место подготовим, там матрас надо постелить еще один. Сейчас, моя золотая. Сейчас, моя солнышко, потерпи 5 минут. 5 минут, солнышко. Сейчас, моя хорошая. Так, привезли еще, остальных увезли туда. Так, давай эту перекладываем, этим ставим катетеры. Ребята, собак продолжают возить туда и сюда. Продолжаем ставить катетеры. Этих подключила вот так. Все, лежи, лежи, лежи. Так, эти здесь. Это умирает, мы не можем помочь. Это капается здесь. Этот капается внизу. Так, здесь у меня 5. Сейчас еще 2 собаки здесь смогу положить. Не хватает рук, ребята. Там приехал Женя и привез вот этот корм. Мы сегодня сможем всех накормить. Новым кормом, чистым. Чистый корм привезли. Даже сегодня-завтра сможем накормить вот этим кормом. А погибло 13. Мы не можем их убрать, врачи сказали не трогать. Завтра будут брать еще и на бешенство. Друзья, страшная беда настигла приют. Спасли всех, кого смогли. Корм отвезли в 2 независимые лаборатории на экспертизу. Умерших собак отвезли на вскрытие. Мы не знаем, что нас ждет завтра.